Роблокс, где разные игры. Да, это какая-то супер-мега-популярная игра, этот Роблокс. Да, он популярный. Популярный, да. В последнее время все его играют. Да. И что-то ты тоже заразился этой игрой, с утра до вечера играешь. Да, играю, она мне интересна. Ну, давай объясним. Роблокс это что получается? Это такая игра, да, в которую ты заходишь, а там внутри еще много разных игр. Да, ну потому что Роблокс, он загружает все-все-все новые игры. И вот тут много. А ну-ка покажи, сколько игр есть вообще. Ну, еще ват. Ну, вот. Там много еще есть. Сейчас загрузится. Вот, посмотри. Ой-ой-ой. О, видишь, еще один. Давай я его поиграю, а? Ну, ты играй то, что ты знаешь хотя бы. Ну я вот это знаю. Пиццерия. Пиццерия. Ну, давай включи. Давай включи, посмотрим, что это. Да, поиграем ее. Давай. И потом эти новые поиграем. Вот так заходишь, и тут появляешься, да, ты в пиццерии, да? Play, да. Ребята, вот, я зашел в игру, сейчас буду играть. Сейчас посмотрю, тут есть все люди. Можно играть. Деньги. А ты получил зарплату? Да, зарплату. А, значит, ты здесь играешь в пиццерии, и ты должен людям давать пиццы, да? Да, но только надо человечки, чтобы они мне помогали. Но там работает уже кто-то. Ну, придется мне только один тут работать. Ну, ладно. Ну, там кто-то был, работал кто-то рано. Ты собираешь пиццу, да? Сказать вот так. Пицца! Пицца! Он хочет это. Что он хочет? Сейчас она скажет, что она хочет. Так, нет, что-то она не выбрала еще ничего. Да, еще не знает. Давай этому. Опа. А вон та выбрала, может, уже нет? Нет, ушел. Она говорит, вы что, не поняли, что я хочу? Этот, кажется, не знает, что выбрал. В общем, смысл такой. А ну-ка покажем ребятам, что там на кухне есть. Там кто-то готовит? Да, кто-то доготовит. Не, больше никто. Больше никто не готовит, все убежали. Ну, в общем, классная игра. Давай. А давай теперь покажем другую. Давай. Потом ты поработаешь здесь. Да. Это же моя любимая игра, пиццерия. Перейти другую. Эту. Теперь игру, а что это за игра? Нет. Это что такое? Я не знаю. Ну ладно, поиграй, узнай. Ну, поиграешь, узнаешь? Ну там написано супер. Зеленый какой-то этот. А, вот эту я уже знаю. Вот эту я уже знаю. Ну давай поиграем. Ты в этой игре супергерой какой-то, да? Да, я люблю ее. Она тоже моя любимая. И что ты должен делать? О, вышел на улицу. Я должен... Ничего тут нету, а ну это пока деньги не надо. Все. Деньги у меня там заполняются, чтобы это все купить. А, да, я помню, ты играл. Ты здесь как-то собираешь деньги. Да. Потом покупаешь оружие какое-то. Да, и тут то, что я нажимаю, стены появляются, лестницы, еще стены. Начинаешь строить дом себе. Да. Это все, что... Это моя любимая работа. А, вот, ну вот у тебя уже появилась стена, да? Смотри, да, у тебя стены не было. Да, стена чуть-чуть. Стены. Чуть-чуть стены. Стена стала теперь у тебя. Все, этот, он уже построил себе большой домик, но пока это будет долго. Ну, пойди посмотрим к нему. Вот, ты пол пошел. Пойдем посмотрим, к нему, какой он домик построил. У него есть друг, но только он убивает очень сильным мечом. PvP потом убивает, ну тогда давай забегай к себе лучше. Уже дверь не закрыта механическими. Но он ко мне не идет, потому что ты еще новичок, я к нему не иду, к двери. Вот ко мне не идет он. Ну все, понятно, значит, да, смысл этой игры, значит, накопить денег, построить дом, взять крутое оружие, а потом сражаться друг с другом. Да, это мое любимое дело, сражаться. Так, давайте попробуем другую игру.
Давай. Вот, дугу. Я эту не играл пока. И вот. Нет, давай, давай это. Ты играл эту, давай вот эту покажем. Это вот сделать. Это. Давай вот это. Я давно ее не играл уже. Это, конечно, новая. Это то, что я играл. О, ты получил 50 денег. Да, и вот. У меня заполняется денег вот тут. Ну, это моя и Доша любимая игра такая. Камила, всем привет! Видишь, камера вот тут. А, здесь целый город какой-то, да? Да, и видишь, камера вот тут. Всем привет, с вами Супер Тёма. Ага, ты снимаешь еще что-то? Я снимаю себя. Сейчас выберу какую-то. Очень много игр интересных. Да, мне только надо... А я помню, еще там была игра какая-то, где ты должен был за определенное время выбрать себе такой прикид какой-нибудь, там одежду одеть. Красиво. Ага, я тоже ее помню, она такая... Она тоже моя такая чуть-чуть любимая, но она вообще моя любимая. Да, я знаю, потому что ты иногда даже первое место занимал, второе, третье. Да, второе, третье, еще где-то там. Получилось. А ну давай эту игру покажем ребятам. Да. Вот, я играю вот эту, то, вот что это, да? Одеваться. Одеваться, ну-ка давай. Это все, какая-то... я play нажимал. Нажал. Ой. Потише сделать, что-то она сильно кричит. Да. А, нормально. Сейчас, вот так. Все, конечно, мой. Не ставим. А, вот это тут, да, вот это. Да, не ставим. Никому не ставим. Тут ты должен за определенное время нарядиться. Да. Ну, сейчас не наша очередь, сейчас они уже нарядились, потому что это игра онлайн. Надо будет подождать, пока они все покажут свои прикиды. Да. Потом мы начнем. У меня ухи движутся в очередь. Так, вот. Этот раунд закончился. Сейчас мы вступим тоже в игру. Да. Итак. Сейчас загрузится. Все, вот тут целых мало минуты. Вот так, сейчас целую минуту пока что все готовятся. Ну это мало, минута мало. Будет быстро и все. Давай одеваться. Ну, поехали. Мы, значит, мы вернемся через минутку, чтобы зря да, минуту не ждать. Пойдем. Вот, минута закончилась. Сейчас будет записка. Так. Вот. Начинается новая игра. Да. Подготавливают одежду. Да, я подготовился. Добро пожаловать. Так, категория. О, нужно, в общем, выглядеть так очень прикольно. У тебя есть 3 минуты, чтобы... Одеться. Одеться. Красиво. Готовились. Стас! Стас! Все, ты начинаешь таким треугольным человечком, квадратным каким-то треугольным, не знаю. Ну, давай. Найди себе вещи. Вот так подходишь к брюкам, одеваешь брюки. Слышишь такую песню? Ну там смешную. Смешная песенка, музыка такая. Так, ну ты молодец. Давай теперь поменяй прическу себе. Ты уже тут все взял. Выходи отсюда. Да вот, давай вот эту. Знаешь, давай теперь прическу. Движемся, давай вот эти. Все, классно. Теперь мускулы. Мускулы? А, мускулы. Ты поменял себе фигуру, ты был квадратный, стал вот такой, мускулистый. Мускулы. Давай прическу какую-нибудь красивую себе. А вот себе прическа. Давай черную, это же одежда. Теперь давай очки какие-нибудь возьми себе там. Хожу. Так, сейчас очки. Давай бери очки себе какие-нибудь. Очки будут вот такие. Вот, классно. Что там еще есть какой-нибудь... Себе аксессуар, спиннер или еще что-нибудь есть где-нибудь? Есть, такое? есть. Аксессуар. Есть вот этот, наушники надо одевать. Давай. Нет, за деньги. И наушники только за реальные деньги, да? Да. А вот. О, спиннеры есть. Да черные как взять? Нет, тоже за деньги. А я помню, ты брал раньше спиннеры? Да. Но это в другом месте. Это в другом месте. Ну ладно. А что еще осталось взять нам? Только прически и очки.
Не, нам надо яйцо взять красивое. Яйцо взять красивое? Я себе забиваю вот эту. О, а ну-ка покажись. Опа! О, классное лицо. Все, похоже, ждем уже. Все, ждем еще минутку. Да, уже, да. Начнутся соревнования? Да, начнется. Так, вот. 2 секунды осталось, 1 секунда. Вот, все. Все, время вышло. Кто время... как нарядился, нарядился. Это жюри. Да. Это жюри, которое будет оценивать нашу... Кто красивый. Да, кто как нарядился. Фэшн жюри. Фэшн жюри. Так, первый Амелия какая-то выходит. Да. Ну, посмотрим. Звездочки не ставим. Так, вот она как нарядилась. Ага. Помаду даже сделала, смотри. Фанат. Так, теперь кто идет? Мальчик? Какой-то гость. Он даже свой никнейм не поставил. А, ник не поставил. Он даже не оделся. Не смотрите. Он, наверное... Реклам пауз. Рекламная пауза. Он, наверное, впервые играет. Да, выкрой. Так, Роза теперь пришла. Вот, она крылья себе даже одела. Ну там я тоже видел, крылья там были. Сидечки. Так, что теперь будет? Пони Фантазия. Это Пони Фантазия. Пони Фантазия, что-то она на пони совсем не похожа. Да. Но тоже такой спортивненький прикидик. Да, спортивненький. Неплохой. Не такой плохой. Ну не ставим. Так, кто следующий? Дьявола. Нет. Нет, не оделся. Симпатичная как кошечка. Ну только она не оделась. Да, нормально не оделась. Да. Так, что дальше? Супер Тёма, вот. Супер Тёма. Написано, ты свой ник даже поставил там, Супер Тёма, да, Тёмка? Да. А ну сделай какую-нибудь рожицу, нажми там, ты забыл. Сейчас. Уже пока ты нажал, уже поздно. Да. Вот это была твоя ошибка. Да. Мы здесь сияться, так что... Да, но ты... Нафиг. Забыл нажать. Забыл. Ну поздно. Так. Тоже какая-то девочка. Что-то все девочки одни играют в эту игру, Тёма. Да, все девочки. Ни один мальчик не пришел. Ну, посмотрим. Так, посмотрим, какое ты место занял. О, Тёмка, ты второе место занял. Да, второе место я. Ну, молодец. Молодец, Тёмка, второе место. Да, хорошо задумался. Молодец, поздравляю тебя. Вот. Вот. Супер, Тёма, на втором месте 11 очков заработал. 11 очков, хаош! Ребята, мне так эта игра Roblox понравилась. Да, классная да. игра. Ну, еще мы после серии будем еще какие-то Roblox игры показывать вам. Да, ребята. В следующей серии еще покажем какие-то игры. Ага, еще. Разузнаем, какие есть интересные и будем показывать. Ну, этот Roblox, он записывает все новые игры. Постоянно, да. Да. Ну, с вами был Супер Тёма. Подписывайтесь на мой канал, ставьте много лайков и всем пока!